Всем привет! 13 июня, 475 день войны. С вами Иван Жданов. Ежедневные новости собрали для вас все самое важное. Пока украинская армия продолжает наступление, российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Пригожин возьмет под свое крыло добровольцев, которые не хотят подписывать контракты с Минобороны. А еще расскажу про наш вчерашний марафон солидарности и причем тут Russia Today. Начнем с обзора военных действий. Тяжелые бои продолжаются на Южном фронте. Украинская армия медленно продвигается через российские оборонительные линии. Быстро развить наступление пока не получается. Основная причина большое количество минных заграждений. Российская армия продолжает дистанционное минирование наиболее опасных направлений. Происходит это в том числе с использованием системы дистанционного минирования земледелия. Активные бои идут в районе Ореховой, Великой Новоселки и Бахмута. Российские источники сообщают о том, что Макаровка вновь перешла под российский контроль и за вчерашний день село трижды переходило из рук в руки но подтверждения этому нет. Сейчас инициатива на фронте почти полностью перешла украинской армии. Тем временем российская авиация вновь нанесла ракетный удар по украинским городам. Из акватории Каспийского моря были выпущены 14 крылатых ракет. Украинское ПВО уничтожило 11 из них, в том числе все ракеты, летевшие на Киев. Попадания ракет были зафиксированы в Кривом Роге. Одна из них разрушила жилую пятиэтажку. Взрыв произошел около 4 часов утра. Уже известно о 6 погибших, 25 раненых. Под завалами все еще находятся люди. Ведется спасательная операция. Горели квартиры на всех этажах дома. Также в Кривом Роге ракеты попали в складское помещение. Там трое пострадавших. Российские ракеты регулярно атакуют жилые дома мирных украинцев. Это очередной теракт, совершенный путинской армией. Тем временем украинской ракете, судя по всему, удалось уничтожить российский штаб армии на Запорожском фронте. Там погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев. Об этом пишут российские военкоры. Он был повышен до генерала уже во время войны, до этого командовал танковой бригадой. Неизвестно, что произошло с самим штабом, но если он полностью уничтожен, это, думаю, серьезно осложнит российскую оборону в районе Запорожья. Пока российская армия занята обороной, Пригожин сказал, что готов принять под свое руководство все добровольческие формирования, которые не хотят подписывать контракты с Министерством обороны. Правда, пока никто из добровольцев такого желания не высказал. Ну и уже привычно... Пригожин оскорбил Шойгу, сказав, что тот не терпит никого, кто что-то делает лучше, чем он, и поэтому все должны ходить и лизать ему пятки. Пусть грызутся на самом деле дальше. Это явно идет на пользу э, украинской армии, не на пользу путинской, а мы будем за этим всем наблюдать. Какая красота! 47... Пока ты смотришь футбол... Твоих друзей забирают на войну. Пока ты смотришь футбол, твои соседи пишут на тебя донос. Пока ты смотришь футбол, Кремль атакует дроны. Хочешь смотреть футбол или узнавать самое важное? Каждое воскресенье в 17.00 только самое важное. Вчера наш канал и многие другие независимые СМИ совместно провели марафон солидарности и собрали более 34 миллионов рублей на поддержку политзеков. Лозунг марафона «Ты не один». И вчера мы все это ощутили, что это правда так, и никто не остался один. Поэтому огромное спасибо всем, кто смотрел наш марафон, кто отправлял деньги. Это важное дело, потому что политзеков, к сожалению, за время путинской власти становится только больше. Очень часто заложники режима совсем не медийные люди. Люди теперь все чаще пишут на своих знакомых или соседей доносы, за что россиян штрафуют или сажают в тюрьму. Иногда даже штрафуют даже за то, что они наоборот не доносят на других. Вот, например, суд в Тамбове оштрафовал местного жителя за то, что тот не донес на своего знакомого, который хотел поехать воевать на стороне Украины. За несообщение властям о готовящемся преступление, как бы мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. А второго мужчину, который собирался ехать воевать, поймали по гранцы и позже приговорили к семи годам тюрьмы. А вот работник Russia Today Придебал, есть такой, вчера так разозлился на наш сбор в помощь политзаключенным, что написал руководству сервиса Донет Пейл жалобу, чтобы те приостановили сбор средств с российских карт. Позже донорство для российских пользователей возобновили с помощью другой платформы, так что жалобы пропагандисты не помешали. Но один из подписчиков Северного Кавказа решил написать ему личное сообщение, мол, зачем вы настучали на журналистов, которые собирают деньги в помощь политзекам. Ответ был такой. Из своих горы мазота. А я поехал домой. Вот какой-то абсолютный ублюдок, честно сказать, и вот конкретно эти люди рассказывают всей стране, почему война в Украине была неизбежна и что Украину нужно денацифицировать, хотя им, очевидно, нужно начать с себя, если они позволяют себе такие выражения. И вот новость из Иркутской области. Вчера на реке Лена столкнулись два танкера, перевозивших почти 900 тонн бензина. В итоге столкновения в реку попало до 90 тонн топлива. Нефтяное пятно перемещается по реке, уже преодолело несколько населенных пунктов. Руководство области в связи с этим рекомендует жителям запасаться питьевой водой. Причина столкновения стала простой. Один из капитанов был просто пьян. В регионе вели режим чрезвычайной ситуации. А вот женам и матерям мужчин с учеными степенями, написавшими обращение в Минобороны с просьбой об отсрочке для их мужчин, все же ответили. Ничего, конечно, не обещают. Никаких отсрочек не дадут. Этих вояк, конечно, мало интересует будущее науки в России, поэтому ответили, что не нужна нам ваша степень научная и что ваш потенциал и знания могут развивать страну. Пойдите, как и все, под одну гребенку вместе с зэками умирать в окопы. Вот такие новости сегодняшнего утра. Если вам ролик понравился, как всегда, поставьте лайк, напишите комментарий. Ничего не помешает вам сделать, я уверен. Нашим патронам огромное спасибо за поддержку нашей работы. Если у вас тоже есть желание поддержать наши новости, то вы можете написать, э, стать патроном популярной политики, и мы покажем вас Здесь. Uh, хорошего дня, увидимся.